Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Напоминаем, что и в 2021 году в России есть политзаключенные. Некоторых из них я знаю, с некоторыми из них я знакома. Буквально на днях Глеба Марьясова приговорили к 10 месяцам колонии за участие в митинге. Глеб в 2020 году помогал мне вести мою предвыборную кампанию. Я знаю, как очень честного, очень идейного, скажем так, человека, который желает добра нашему. И этот пикет, в том числе и за Глеба. Здравствуйте, скажите, к чему пикет приурочен? Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Когда этот день памяти задумывался, имелись в виду политические репрессии большого террора времен Сталина, но сейчас это тоже актуально, потому что у нас сейчас тоже есть политические заключенные, в тюрьмах есть внуки. Хорошо. Поэтому я считаю, что очень важно сегодня быть. Гражданин, наденьте маску, пожалуйста. Это ей надо без маски, а вы мазом дайте. Вы же близко стоите. Масочный режим. С масочкой наденьте. Мы не в общественном месте находимся. А где мы находимся? Мы с ним в общественном.